Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Lexus NX200. Итак, крылья в салоне, их я буду ремонтировать, капот, замена, фары. Остаются оригинал, бампер замена. Также правая передняя дверь вот здесь помята, ее тоже будем ремонтировать. Ну что, морду обобрал, и теперь надо сделать все необходимые измерения лонжерона. После измерений выясняю, что лонжероны придется чуть-чуть потягать. Но сначала я вытяну телевизор и откручу, в некоторых местах высверлю его части. Эти части телевизора я сниму, отровняю и затем установлю их обратно. Ну что, пришло время подкорректировать лонжероны. Тяну вправо. Теперь равняю подушку двигателя при ударе, она была согнута. И равняю все крепления, которые при ударах были деформированы. Примеряю усилитель бампера, крепление не очень подходит. Корректирую. Подтягиваю, спускаю, измеряю. Подтягиваю, спускаю, измеряю. Пока не будет нужного размера. Снова примеряю усилитель. Немного, видите, не подходит. То есть чуть-чуть лонжероны разъехались. Стягиваю. Ну вот, все отверстия совпадают, прикручиваю усилитель бампера и еще раз измеряю диагонали и высоту. Как можете видеть, левый лонжерон стоит немного выше. Поэтому я его опускаю вниз. Ну что, здесь как бы все good. Теперь измеряю и выставляю по размерам, подравниваю сам телевизор.
немного вытягиваю завесу капота, чтобы исправить вот этот вот зазор. Итак, крылья прикрутил, капот прикрутил, замки поставил. Закрывается, открывается, зазоры. Good. Устанавливаю на место радиаторы. Теперь буду равнять крыло. Снял его, чтобы было проще и легче это все делать. Ну, с крылом я пока вместе закончил, доравняю уже его на машине. А теперь я приступлю к выравниванию, так сказать, к ремонту правой двери передней. Вот здесь она промята. И самое противное, конечно, это ребра жесткости вот здесь внизу. Они фигурные, придется помучиться. Равнять буду при помощи споттера. Итак, с дверью я закончил. Теперь установлю крыло и закончу рихтовать крыло.
Итак, все скрутил, дверь сделал, крыло сделал. Теперь устанавливаю и подгоняю остальные части переда. Итак, работы с железом я закончил. Все зазоры одинаковые. Сейчас разбираю ее и отдаю на покраску. Итак, привезли машину из покраски. Собираю. Ну что, машина собрана, и на этом работа моя закончена. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!